защитник сирых и убогих. Не наемный палач. Я ведьмак. Акуна Матата, всем, кто смотрит данное видео вместе с нами, с вами Пумба, игровой канал Тимон Пумба и Навыки. А, здесь мы же были, да? Что-то я забыл. Точно, нам надо двигаться куда-то еще. Куда-то еще надо двигаться определенно. Куда-то еще, это я не знаю куда. Правда, пока что. Ведьмак тот же колдун, верно? Нет. Не подходи! Ну, стал быть, и тебе привет. Ну, я уже подошел, поздно, ты сказал не подходить, правда. На будущее, говори это в тот момент, когда я еще не рядом. А, да где там? Да тут, там. Что значит да где там? Да тут я там. Ты че? А, здорово. А стоп, туда не пройти? Там ворота есть. А как туда пройти? Да как-то ведь можно пройти. А, просто с того вход, понятно. Давайте туда. Мне мешает, мне напрягает. Я думаю, чего они стоят? Блин, там бревна. Короче, здесь мы все обошли вроде как, да? Туда я просто не пойду, там драться вообще бесполезно, потому что, блин, меня там вообще убьют, блин, эти. Прости, я просто. Ни хрена у тебя там запасы годовые. Да говорят, еще какие. Не-не-не, не надо никаких борцов. Етить. Не, серьезно. А, орины только. Ладно. Это я не ожидал. Бля. Это я еще больше не ожидал. Пипец. Просто набрал душ. У тебя там что-нибудь есть или ты так просто воздух держишь? А, ты прям через. А, нормально. О, не-не-не, туда я пока не хочу. Здесь тогда мы все закрыли, да? Давай возьмем. Ну и прыгкий же мужик. Так, здесь выйдем, пойдем туда, посмотрим, что там внизу. Медленно, но верно. Цель. Блин, прифигово, что нету своего, говорю. Еще раз. Собственно, торговца. Мужик с характером. То я? Да. Не то слово. Здесь куча тварей каких-то водится, и все как-то к этому спокойно относятся. Я вообще от этого... охреневаю. Здрасте. Ёб твою мать. Чё? Это был за звук. Ну и тить вколотить. Тут какое-то такое себе место. Как я погляжу. Я аж страшно стал. Есть тут? О-о-о! Еба! Что с лицами? Я пошел. Ну, его нахер! Я уворачиваться не могу, ты понимаешь? Это, сука, ёбаная горгулья, бляха. Я ебал, меня так вообще сейчас огреет. Не-не, я дыру. Староват я для этого. Я не староват, я переполнен для этого. Да ебать ты. Уйди. Идите вы нахуй!
еще кто-то. Я жопой вам могу надрать. С глазами у нее что-то ненормально было, это точно. С лицами. Видели, какая там жопа-то? Это еще не все. Давайте, алло. 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 Что, дураки, что ли? Здрасте, есть кто? Лучше бы здесь никому не быть. А то я этот... испугливых. Вообще не понимаю. А почему на ту сторону они... Ух ты ж, ё. Ё-моё, тут ходов-то. Мне аж жутко. Бляха, тут кто-то умер. Мне бы за себя-то попереживать. Спасибо. Там есть кто? Игра резко превратилась в что-то страшное. И в то, что я бы не хотел играть. Ага, тут и пройти тоже можно. Сука. Мне нужен складист. Все, отлично, понятно, прекрасно. Там еще проход, что ли, есть? Вы прикалываетесь? Фу, слава богу, тут тупик. О, ты ж ё-моё. Блять. Чё, дураки? Тихо, нифига себе. Вот это запрятали. Чё-то мне жутко. Мне очень жутко. И вниз я не хочу. Я вообще мало... Да хочу. Есть кто? Пожалуйста, не отвечайте. Все, слава богу. Чего ты расслабился-то? Меч держи в руках. С рунами реально светится, прикиньте. Ну, прикольно. Так, ладно. Туда дальше проход, как я понимаю, в тупик. Но перед тем, как идти в тот проход, где тупик, я думаю, нам надо спуститься вниз. Потому что наверху там ничего. Да. Тут же я уж собрал, алло, не обманывай. Хорош врать. Чего не шевелится? Не надо так делать. Да погоди, прочитай. Да прочитай ты. Три полевые мыши пляхут, пляшут в кругу на закате. Звезды как звезды. Алло, а первая где? Алло. Я не понял. А первая-то где? Чё? Где первая-то? Погодите. Я первую не нашел.
то делают, нет? Я нахрен достану. Сука, нахрена ты убираешь? И все? Так легко? Но было страшно. Твари, вы там давайте. В смысле? Ебать, ебать. Ой-ой-ой, здесь тупик. А, не-не, здесь не тупик. У меня аж во рту пересохло. Да ладно! Бляха, да вы что, прикалываетесь? Я вообще не хочу обратно идти. Они еще и шевелятся. А где есть тут выход? Другой. Бляха, муха. Вы же нормальные. Спасибо. Я пошел. Меня здесь не было. Можете не переживать. Попить надо. Я никому не скажу, что вы тут. Валим отсюда. Как можно скорее. Просто валим отсюда. Нифига себе тут как этот. Солидно все стало. Пошлите сначала мы все сдадим. Ну не сдадим, а продадим. А потом, я не знаю, что мы будем. Просто с такой скоростью ходьбы я не смогу обследовать остальную часть. Это ж мне пипец будет. Погодите. Давайте мы посмотрим, что вообще можно себя одеть, что лучше уже. Доспехи из Эйскит. Она, кстати, лучше, но из этих доспехов, как я понимаю, можно получить... А вот. Вот. Нет, не то. Доспехи Драуга. Доспехи Драуга, кстати, лучше, но... Да. Вот, но есть еще, есть там вообще какие-то... какая-то офигенная фигня, я не понял, где они. Какие-то перчатки. А, доспехи, вот. Броня плюс 30 сразу. А из Эйскита сколько? Да, на шикарно вообще, пожалуй... Широкая сабля и Дериад, стальной меч. Ну, он, кстати, посильнее будет, наверное. Но, кстати, у него только оглушение и отравление. Он какой-то такой себе. Там кровотечение плюс оглушение есть вероятность. Но тут оглушение больше и отравление есть. Там кровотечение больше. То есть, блин, я не знаю. Дериад пока что оставим. Ну, блин, что еще-то бы мне такое пригодилось? Этот трофей какой? Потому что тут все сложно. Горгулья. Броня 7, здоровье 20. Ну, точно нет. Броня 8, просто броня 8. Нет, давайте так оставим все-таки. Остальные пока что берем. Надо убрать, просто убрать. Это пипец. Нереально просто так ходить. Я скоро вот как эти буду передвигаться. Вообще не передвигаться. Да харе, сать! Ты прям мне в ухо слышишь. Как бы это не прозвучало странно. Ой. И что? Сорян, сорян, сорян. Я убрал. Чуть не подрался, я забыл тебя. Здесь у вас, знаете ли, не такие безопасные места, как я думал. Здрасте. Узнай, алхимик молодой. Не все, что даст горшок ночной, есть золото. Работай. Но все ж, когда баклан седой. В горшке нам дар оставить свой, сей чудный дар разбавь водой с охотой. Какие-то заметки для писаря там, я не знаю. А, ебать, не надо так. Заметка для писаря.
Лиски были профитной субстанцией, которая красит их голубой цвет, если смочить тексты активатора в состав зелья активатора хранится в секрете. На случай, если ты будешь сулять, я зашифрую рецепт. Зарги, гаси на сырье, смой. И это вся наука. Чтоб буквы видеть, милый мой. Ну. Снять мочой. Иди работай, сука. Силённый ингредиент такой, который... Ты чё ты делаешь? Чё ты зашкирился? Так, пошлите туда, потом обследуем, короче, сейчас продадим, обследуем другую часть тут. Ты? Давай. У него самое козырное место, тут со всех сторон безопасно вообще, серьезно. Где? Не понимаю. Там торговец, все, я к торговцу иду. Я уже близко. Этот, кстати, тоже козырный расположен. Тут у него еще и коты. Даже еще козырнее расположен. У него тут вообще шикарное место. Тут еще дерево все успел обставить. Как дом, блин. Ведьмак тот же колдун, верно? Нет. Белый медведь, голубь, что-то белое? Я надеюсь, это не люди. Давайте, что есть на продажу? Пока что дариат оставляем, это продаем. Здесь все поставляем. Вообще, еще серьезно? Это сейчас не смешно было. То есть, ну, давайте... Бляха, я не знаю, мне это все, может, надо будет. Короче, у меня вес в основном только вот из этой фигни. Короче, мне нужен складист. Сейчас, погоди. Найдем складиста. Кому можно складировать? Воу-воу-воу! Говорю вам! Отрекитесь от ворожбы! Покиньте башни! Разбейте хрустальные шары! Заказ на горгули. Сломайте жезлы! Варвар! Скиньте прочь колпаки! Знать больше о горгульях еще! Как они посмели? Я доложу об этом королю Родовиду. Идиот! Их сюда Родовид не прислал. Так, я не знаю, кто там идиот у вас, кто не идиот. Хранение, кровавый меч. Че? То есть у меня есть кровавый меч? Я об этом только сейчас узнаю. Меч бурой хоругви? Че-то я сейчас вообще вот это не понял. Ну ладно. Компоненты, это, наверное, мы оставим пока что. Мы сейчас попробуем это скрафтить. Хотя хрен его знает. Волк, гарач, сир, магуст, фильм. Ладно, оставляем пока что. Задание, задание. Тут все задание, да, как я понимаю? Ну да, ладно, понятно. Вот это убираем, 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 убираем. Теперь вот это, поехали, все просто. Убираем. Что можно убираем? Что не можно, оставляем. Там сейчас что-то нельзя будет, эссенция. Все можно. Ладно, понял. Допустим. Хорошо. За кадром я потом буду уже вещи делать. Это я оставлю, потому что у меня теперь вес нормальный. Все, слава богу. Этого не может быть. Возьми себя в руку. Так, какие задания-то были? Заказ на горгулей. Какие-то печати надо. Так, мистическая река.
Какая понятно, память старых лет. Понятно. Так, память старых лет. Так, надо что-то... Что-то вернуться будет. Ладно, черт с ним. Кузнец. Ты кузнец? Или ты? Мое имя Геральт. Брас из Ванарда. Я помню тебя. Ты был на Танадде и в Оксенфурте. Да-да-да, был. Да. Похоже, наши пути пересекаются именно на эльфских землях. Действительно. Но ты же не для того пришел, чтобы побеседовать об эльфских городах. Ну-ка. Именно для этого. Меня очень интересуют эльфские руины. Да, ну-ка. Неужели? Эльфская культура и вполовину не так интересна, как гномская. Ты что, охренел? Даже в развалинах Локмуини производит незабываемое впечатление. Представь, каким был город во времена первого Капитула. Как говорится, до войны все было лучше. Джефф Реймонг привел сюда своих учеников из Стоков. Должно быть, они бродили тут, разинув рты от изумления. Не могу себе представить Хена Гидемгейта маленьким мальчиком с разинутым ртом. Вы встречались? Ах, да, на Танаде. Его смерть стала ужасной потерей для всех нас. Так, ладно. Огромный. Видишь ли, Геральт, всем к старости начинает казаться, что мир год от года становится все хуже. Настоящие ценности исчезают, великие люди уходят в прошлое. Именно так. Но на Танаде действительно окончилась целая эпоха. Наш мир стал взрослым, утратил невинность. И это случилось в результате насилия. Кому нужны легендарные герои и сказочные чародеи во взрослом мире? Никому. В том-то и дело. Люди отлично проживут без чародеев, героев и ведьмаков. Только не все понимают это. Не все готовы с этим смириться. А ты умен. Я бы сказал, даже слишком. Многие знания, многие печали. Давай сменим тему. Ладно. Мне нужно оружие. Я пришел, потому что ты отлично разбираешься в оружии. Ты преувеличиваешь. Ты лучший мастер-оружейник среди чародеев. Понял. Меня интересуют любые предметы материальной культуры других рас. Но среди прочего, оружие, да. Мне нужен острый и длинный предмет материальной культуры. Безотлагательно, если я правильно понимаю. Ну? О, ну-ка. Давай. Говорят, вас беспокоят горгульи. Можешь о них что-нибудь рассказать? Да, слушаю. Горгульи служили магам, которые прежде обитали в Локмуине. Так. Маги ушли, а эти твари остались. И по-прежнему очень опасны. А гнездовье свое так стерегут, что попасть туда никак невозможно. В смысле? И как они его так берегут? Погоди. Говорят, вас бе... Горгульи служат... Мать огни... Да ты слышишь? Ладно, давай еще. Я нашел манускрипт. Интересно. И? Книга запечатана древней магией. Так. Такими заклинаниями защищают только очень ценные вещи. Это верно. Ты знаешь, как снять заклятие? Так, для говорит... этого нужны кое-какие ингредиенты. Их можно получить из строго определенных чудищ.
которые здесь, к сожалению, не водятся. Каких? Итак, мне потребуются феромоны королевы Индриак, кровь Накера Воина и мозг утка-клюва. А еще яйцо гарпии, которое можно заменить языком гнильца. Ясно. Я вернусь, когда все соберу. Понятно. Снятие заклинания еще какое-то. Я херею просто. Верно, на подожди, не до тебя. Что-то жопа какая-то происходит. Заклинание, гаргульи. Я охереваю. Так, ладно. Да погодите, ингредиент, я не то. Ой, не-не-не-не-не-не, не туда. Тут я тут был же, ну ёпт твою мать. Или чё это? Не до конца был? А, так нет, я тут нормально был. Это жутко. Нигбит! Да иди ты нахрен! По-русски говори. Или хотя бы по-ведьмачьи. Ладно, давайте поднимемся выше. На этом я серию закончим. Продолжим в следующей серии, потому что серия так длинно получилась. Вообще, я не знаю. Пойдем дальше. Нигде. Че за фигня там говорит? А, это вот это. Ладно, в общем, на этом я с вами прощаюсь. Увидимся в следующей серии. С вами был Пумба, игрок канала Тимон Пумба и Найл. Всего хорошего, удачи, до новых встреч, пока!